мокренькая. Кисонька, кисонька, кисонька. Хай-хо, ребятки, всем привет! С вами Борода, это обещанный вложик. Как я и говорил, мы собрали с вами нужную сумму, мы накопили на... Как мы планировали, метровую шаурму, но на метровую шавуху нам не хватило. Пока что только шавуха размером с мой член, 50 см, не знаю, видно нормально, нет. Надеюсь, что да. Но размер у нее все равно не эпически большой, но реально, бля, я так прикинул пару минуток, похоже, да, похоже. В общем-то, шавуха 50 см плюс-минус, стоимость 500 рублей, сейчас затестим, какая она, но прежде чем начать ее жрать, мы узнали, ребят, что он делает реально метровые шавухи. Но она в два раза, а то и чуть больше даже, чем это, прикиньте. Но она стоит, сука, 1000 рублей. Это новый челлендж, ребят, мы будем с сегодняшнего дня собирать штуку рублей на следующую шавуху, посмотрим, когда мы ее накопим на нее и сможем ли мы ее сожрать. Ну и эту надо попробовать. Короче, ребят, первый кусь ебучий ловусь. Я вам отвечаю. Что-то пока что я наблюдаю только капусту, немного сверху кошачьей санины, блядь. И где-то там, наверное, должно быть еще мясо. Но пока что кроме лаваша ничего. За донейшн, скоро!